Здравствуйте, ребята. Всем доброго времени суток. Ну что, подошел очередной четвертый день турнира. Вчера турнир у меня не задался. Если вы видели по ролику, я там маленько сорвался. Просто сил уже терпеть. Таких полян вообще нет. Ну что, перейдем непосредственно к турниру. Турнир «Кровавая битва», четвертый день. Турнир на тройках без зеленых. Так, исцеление, воскрешение не имеет никакого эффекта. Вот такая у меня оборона. Угу, вот такая оборона. Так, топ-5. Смотрим, что там, кто нападал. Ну, оборона С. Маленько просели. Ничего страшного. Так, ну что, пойдемте к первому тапочку. Так, ребят, вот такой у меня тапок. Синенький. Взял моно. У врага. Все на альфа-сломах, три красных. Попробуем быстренько снять это все. Ну, все зависит от поляны. Ну, дай бог, чтобы сегодня мне зашла поляна. Поехали, ребят. Посмотрим, что получится. Так. Хорошо. Угу. Так, ну что тут, что тут, что тут мы сделаем? Вот интересно, прокинуть четверку синюю, либо попытаться тройкой, даже не знаю, тут что-то так, по подсказке сделать, либо, не, давайте вот я так тройку прокину. Угу. Так, троечку прокинули, давайте вот так желтый прокинем. Ай, так, что там у нас, синий подошел, но что-то как-то коряво, да? И что будем делать? По подсказке прокинуть, да? А может быть, тут синий подтащим? Блин. Ладно, давайте вот так сделаем. Угу. Тихо, не заряжай. Ну что, попробуем этого сударя, или как он там... Как его зовут-то? Сударь, да? Попробуем его пробить. Ну-ка. А, так, отлично. Хорошо, пока с камнем мы справляемся. Пробиваем. Так, давайте. Ну, эти уже заряжены. Давайте кристалл когда собирать, что? Угу. Так. Угу, понятно. Ну что, давайте пытаться заряжать. Сейчас еще будет. Ой-ой-ой, только не убей. Ой, ты молодец, Дон. Станчило в один. Красава. Так, ну что, давайте так активируем. Ну, давайте вот тогда сделаем вот так. Угу. Давайте центр. Попробуем. Блин. Как так-то? Блин, придется добивать. Не, давайте сюда вот так сунем планшет. Вот так, красота. Ну и тут давайте подтащим синий. Ага, хорошо. Хорошо, давайте троечку в пустоту. Ой, хорошо. Ну что, давайте завершать тогда начатое. Бэм-бэм-бэм. До свидания, МК. Так, едем дальше, ребят. Едем дальше. Так, ребят, вот такой тапок, вот такой враг. Ой, что, будем пробовать. Я не знаю, почему у него квасир во втором костюме. Чем разница? Тен-тен-тен. У меня он в первом костюме. В первом костюме, да? Второй костюм не докачан. Ну ладно, бог с ним. Мы оставим в первом. Взял красную эту, как там ее, фаун, или как она правильно. Все-таки попробуем, блин, может на воротах выехаем. Ну что, да будет камень с нами. Поехали. Поехали. Блин, ну вчера, конечно, тапки, блин, последние. Да вообще день вчера не зашел вообще. Вообще не зашел. Ну, так, смотрим, что тут мы будем прокидывать. Что будем искать? Так, нам нужен желтый. Давайте красный прокинем. Ага, хорошо. Спасибо за желтый. Так,
Так, и откуда еще можно вытащить? Что вытащить? Откуда? Давай тебе, наверное, вот так четверку. Да господи, ну... Вот это мне начинает уже накалять. Эти поляны. Давайте думать. Прокинуть синий в центр. Либо... Так, ну, давайте я фиол прокину. Ага. Блин, ну совсем не радует. Хорошо, по подсказке. Что по подсказке у нас? Тройку синюю замкнуть, зачем? Ой, давайте четверку синюю. Так, не зарядилось, да? Блин, ну что, давайте тройку в центр. Ай-ой-ой, чуть-чуть. Ой, сейчас он жахнет, а. Да, жахнул. Так, смотрим. Так. Блин. Ну давайте фон. Блин, не зарядили даже фон. Хорошо, давайте центр снесем. Как все печально, а? Как все печально. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну давайте, скорее всего, сделаю вот так. Не могу дозарядить своих фелтонов, блин. Так, давайте так сделаем. Да где камень-то? Ну, алло. Давайте центр покинем. Сейчас шотнут опять, смотри. Да я даже не успею их. Ну, вот так вот, видите, бывает, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, давайте так желтый прокинем. Да не-не, все, конечное. Ну, ладно. Не зашел тапок. Ну, бог с ним, не сухую уже хорошо, едем дальше. Так, вот такой тапок. Так, вот такой враг. Там квасира нет. Давайте попробуем подзарядиться первыми. Но опять же, все зависит от поляны. Поехали. Посмотрим, что получится. Так. Угу. Хорошо. Давайте в центр троечку эту прокинем. Давайте прокинем. Как бы нам прокинуть-то лучше? По подсказке, а что там может выйти? А если мы вот так сделаем? Ага. Сделаем так. А если мы попробуем... Ой. Блин, походу заряжаем это фо, это дон. Блин, что за подсказки такие, а? Какие-то непонятные. Хорошо, давайте так прокину. Угу. Блин-блински, да. Давайте, чтобы дон не трогать, так попробуем. Блин, один хрен тронули. Такс. Ой, господи. Ну давайте так. Троечку. Хорошо, давайте свою дон активируем. Давайте все там снимем. Ну, предлагаю. Блин, станчит же, да? Давайте вот так сделаю. А тут попробуем с желтым камнем. Да, ну, в принципе, и так неплохо. Ну давай без этого-то. Хорошо, давайте сделаем вот так. Полено неохота заряжать. Неохота. Блин, Бейзела тоже неохота заряжать. И что делать? Предлагаю взорваться. Будь что будет. В принципе, у нас работают мухи, да, эти. Плюсовые эти работают. Давайте синий прокинем. Угу. Ну не надо, Хорошо.
В таком случае давайте попробуем тогда уже вот сюда походить. Вот чуть-чуть не хватило, да? Ну ладно. Давайте желтый прокинем. Отлично. Хорошо, давайте квасирчик. Квасир. Ну и будем посмотреть, да? Так. Вот так на скидку, я думаю, вот так прокинуть. Ага. Хорошо. Давайте желтый прокинем. Так. Понятно. И что будем искать? По подсказке. По подсказке, да? А если вот так сделаем? Нет, ничего. Не густо. Хорошо. Ну, давайте вот так прокинем. Опять ничего не пришло. Так, понятно. Давайте зеленый прокину. Угу. Давайте желтый прокинем. Давайте так желтый прокинем. Угу. Ну, квасир. Давайте синий бейзел снимем. Угу. Ну, отлично. Хорошо. Тапок зашел. Едем дальше. Едем дальше. Так, ребят, смотрите. Взял вместо планшета, взял Гунара. Да, он медленный, не спорю. Вот такой враг. Но хочется попробовать связки. Вот именно, если мы его зарядим, связочки с ним поиграть. Все-таки бронерез как-никак, да? Да, медленный, хреново. Ну, поехали, попробуем. Это нас не пугает. После вчерашнего дня нас ничего не пугает. Так, смотрим. Смотрим, как мы тут будем прокидывать. Так, по подсказке у нас зеленый почему-то хотит, да? Хотит уехать. А если я вот так вот сделаю? Ага. В принципе, можно этот край пока так сделать. Ага. Давай так. Хорошо. Давайте так тройку прокинем. Так. Ну что, мы заряжаемся, да? Из хороших новостей. Давайте хотя бы... Ну, давайте Дон. Вот Гунар, да? Блин, хрену. Как бы нам с Гунаром-то поступить? Хорошо. Давайте, наверное, так-так все-таки сделаем. Угу. Так, и попытаем удачу. Вот здесь синий. Так, синий не вышел. Понятно. Блин. Так. А, вот, сейчас мы зарядим Гунара. Вот таким образом. Угу. Хорошо. Блин. Ну давайте сюда синий прокинем. Так. Хорошо, давайте срежем броню. Иммунитет. Иммунитет. Какой иммунитет? Где иммунитет? Ладно, давайте по центру работать. Так. Хорошо, давайте так сделаем. Ага, синий камушек пришел. Давайте тогда еще вот так подсобим. Может, еще придет? Нет, да? Ну хорошо, тут тогда в такой вот, вот так вот будем делать. Синий так подтащим. Силен, силен. Давайте так синий прокинем. Ага, отлично. Пришел еще синий. Давайте так сделаем. Угу. Ну давайте, в принципе, вот так сработаем. Хорошо. Так, так.
Ага. Хорошо, давайте взорвемся. Отлично. Ну, тапок зашел, уже хорошо. Едем дальше, ребят. Едем дальше. Так, ребятки, вот такой противник. Я заменил Гунара, взял, как его правильно-то забыл, Нордри. Тоже бронелес. Так, а подождите, а в втором костюме что он дает? А, у меня не качан, ну ладно. Ну давайте вот таким тапком. Гунар что-то медленно набирает. Попробуем таким тапком, ребят, поехали. Крайний тапок. Что получится? Тут битва классиров. Так. Хорошо, хорошо. Ну давайте так комбим. Ага. Хорошо. Так. Нам нужно синий, да, подтянуть как-то. Давайте вот так подтащим. Ага, да. Что, попробуем рогатого? Рогатому рога спилить. Давайте. Хорошо. Рогатый ушел. Теперь будем посмотреть. Откуда что можем вытащить? Подсказка. Давайте желтый. Ага. Хорошо. Если мы делаем вот так. Тихо. А, там еще один рогатый. Эй, я тебя не заметил, друг мой. Хорошо, хорошо, рогатенький, хорошо. Что нам не хватает? Нам чуть-чуть не хватает подзарядиться, да? Ну, давайте так. Ой, какой камень пришел хороший. Да-да-да. Давайте рогатого второго. Ага. Ну что? Бейзил не успел зарядиться, да? Ну, мух полно, да? Ну, давайте так, так... Так, так. Угу. Бейзил. Так. Чтобы тут такое сотворить-то еще. Давайте вот так взорвусь. Хорошо. Подошел синий. Ну ладно, там эта мышка пропищала что-то, только не смогла, да? Давайте я вот, наверное, четверку прокину в пустоту. Ага. Давайте взорвусь, зарядимся и будем хоронить эту бригаду. Хорошо. Ну давайте. Раз, два, три, четыре. Как-то так, ребят. Ну что? Сегодня день более-менее удачный. Четвертый день зашел, в принципе. Хорошо отбились. Давайте посмотрим еще раз. Один у нас проигрыш, 4 победы. Но не, нет баранки. Не то, что вот вчера было какое-то изнасилование. Так, оборона у меня класс С. Ну что, ребят, хочу пожелать вам хорошо сегодня отбить тапки на турнире. Ой, хорошего вам настроения. Сегодня уже как-никак дело близится к выходным. Хороших выходных, хорошей погоды, хорошего настроения. Всего самого-самого. Всех обнял. Пока-пока.